Всем привет! Сегодня мое видео будет о глоксине. Меня просто просили, чтобы я сняла видео и показала, и рассказала, как я за ней ухаживаю. Глоксиния у нас тропиканка. То есть она в природе произрастает в тропических лесах от Бразилии до Мексики. Эту красавицу можно встретить на скалах, на берегу рек, в лесу, но она предпочитает тень. То есть на солнце она не любит расти, потому что солнце обжигает ее нежные листья. Цветет глоксиния, конечно, очень красиво. И она зацветает вот с ранней весны и до поздней осени. У нее просто обильное цветение. А вот вы даже посмотрите, сколько у нее много бутонов. Глоксиния у меня молодая, я ее вырастила сама. Из листиков, то есть я сейчас все в подробностях к вам расскажу. Моей глоксинии еще нет и года. Я ее укореняла с листочка где-то в конце сентября, ну начало октября. То есть я сорвала просто два листика с разных сортов. Вот, ну просто вот можно листик любой вот отщипнуть, например, вот как он обломится. И я его поставила в стаканчик и накрыла баночкой. Можно в тепличку поставить. И просто времени от времени его спрыскивала в почву. И он у меня вот таким образом укоренился. Я его потом, конечно, открыла, поставила на окно и время от времени поливала. Ну, листик, я могу сказать, укореняется долго, месяца два. То есть он у меня вообще, вот листик зеленый в стаканчике, да, сидит, как бы вроде и я не вижу вот этого роста, и в то же время листик как бы не портится. А ближе к весне я заметила, что там появились маленькие такие деточки. Я, конечно, очень обрадовалась. Ну, в общем, вот эти листики, которые я вот садила, да, у них появились деточки, а эти листики сами как бы пропали. Я их просто убрала, но они сами, в принципе, отсохли. И вот таким образом я вырастила глоксинию два сорта. То есть у меня вот это белое с розовым, а вот здесь вот посажено, то есть у меня две разные. А здесь будет, знаете, будет такая как бы прям фиолетовая, такая темная. С белым, то есть очень красиво. И она, кстати, у нее здесь вот бутончики уже тоже завязались. Это вот бутончики другого сорта. Но так как места у меня мало, я решила ее посадить в одно кашпо. И еще скажу вам про кашпо. Посуду глоксиния предпочитает низкую, но широкую, потому что у нее корневая система состоит из картошин. И полив у меня идет в поддон. Я ее сверху не поливаю. Это самое главное, наверное. Если даже вот вы решите ее сверху полить, то нужно ее, знаете, поливать по краю горшка. Но это вообще опасно, потому что если попадет водичка на листик, он сразу как бы загниет. То есть она вот... Ее лучше в поддон поливать. И поливаю я ее поддон каждый день, то есть каждое утро она у меня стоит в ванной на окне. И вот я как захожу в ванну умываться и всегда ее поливаю. Это у меня уже выше такое в правило вошло. И глоксиния еще любит очень светлые места. Вот на прямое солнце ее желательно не ставить, ее нужно притенять либо другими растениями, либо шторкой, чтобы ее не обжигало солнце. Но вообще света она любит много. Если ей света будет недостаточно, она не будет цвести. Глоксиния очень прожорливая. Она очень любит покушать. Так что я ее подкармливаю каждые 10 дней для цветущих растений. Но подкармливать ее нужно с весны до осени. То есть я попозже скажу, потому что у глоксинии есть период покоя. Ее, конечно, лучше убирать. Это позже чуть-чуть. И еще скажу про грунт. Грунт, конечно же, должен быть рыхлым. Но здесь очень хорошо, в принципе, подойдет и для фиалок грунт. Он тоже такой, как бы, рыхлый грунт для фиалок подходит. То есть она вот такой вот любит грунтик. То есть там можно добавить перлит, вермикулит, ну, разный разрыхлитель.
Глоксинию не нужно формировать, она сама себя формирует, то есть ничего не нужно здесь делать. Единственное, у нее бывают такие как бы такие отростки, да? Ну вот я вот своей не вижу ничего. Если, допустим, вот она выпускает какие-то боковые такие, знаете, отростки, то их можно, в принципе, прищипывать. Или просто его можно также укоренить и размножить, это растение. То есть она и отводками, вот правильно сказать, отводками еще укореняется. И для того, чтобы он не тратил силу вот на эти отводки, да, их можно убирать, чтобы у нее больше было цветения. И про период покоя. Конечно, желательно ей это устраивать. То есть после цветения, когда она начинает цветать, то есть это где-то ноябрь, возможно, конец ноября, ее просто нужно срезать. Вот срезать ее можно просто полностью. И убрать, например, в комнату, где не солнечная сторона такая, да, и по чуть-чуть ее как бы поливать, вот редко очень, прям редко, но немножко поливать, чтобы картошины эти не пропали. И все. И она потом в феврале начинается у нее рост, и она начинает уже сразу листочки и закладывает бутоны. То есть это у нее очень быстро происходит. Можно, конечно, ее и оставить зимнее время под освещение, чтобы она цвела там круглый год, чтобы она в спячку не уходила. Но я считаю, не нужно мучить растение, так как она даже в природных условиях тоже идет на покой. То есть она даже в тропических лесах, где она растет, у нее также есть время покоя. В общем, глоксиния очень красивое растение. Оно очень хорошо впишется в любой интерьер. То есть она такая компактная, в общем-то. Она красиво будет смотреться и на подоконнике, украшать ваше окно, и также и на полку можно будет поставить, но только чтобы было там светлое место. Я, конечно, очень рада, что глоксиния есть в моей оранжерее. Она меня очень радует, и моей радости нет предела, потому что я ее вырастила сама с листика. Когда зацветет второй сорт, я обязательно сниму видео или выставлю фотографию в сообщество. Вам покажу. Я думаю, это будет шикарно. Тот цвет просто, знаете, он прям вообще такой темный, с белым, вообще красиво. Ну и этот тоже красиво смотрится. Да еще махровый сорт вообще. Увидимся в следующем видео.